Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, продолжаем играть в игру под названием Суперсемейка. Перед тем, как мы начнем, сейчас вы поставите лайк и подпишитесь на канал, кто в первый раз на моем канале. Также поставите колокольчик, ну, я думаю, вы знаете все эти стандартные схемы, все дела. Не забудьте сделать репост. Все, кто сделали репост прошлого ролика, сейчас у вас на экране. Все, что вы получите за репост, также написано вверху слева на экране. Так что делайте репост, пишите мне в личку плюс, и тогда вы попадете в следующее видео. Что ж, давайте сейчас уже начнем. В прошлой серии мы бегали по городу, выполняли какие-то задания. Кстати, блин, доску персонажей. Как открыть ее прямо тут? Типа в свободную игру. Как открыть? Типа я сейчас в свободной игре, я не знаю, как сейчас открыть вот персонажей. Типа, может быть, как-то пробел. А, серьезно? Я транспорт могу купить. И, скорее всего, я могу... Да, вот персонажи, я могу выбирать персонажей все-таки. Окей, я не знал, как это делать в прошлой серии, но вот зато вот теперь знаю, как это делается. Все, бегаем за Шастика, но он мне уже сейчас не нужен. Сейчас идем в сюжетную линию. Наконец-таки. Продолжу сюжетную игру, происшествие с ховер-поездом. Поехали. Ставьте лайк и, кто первый раз, подписывайтесь на канал. То ли игра... У меня что-то чуть игра подзависла, надеюсь, это не будет на протяжении всего времени. А, окей. Чуть как-то странно было только что, прям она зависла. Серьезно. Ищите преступников повсюду. Да блин, я хочу сюжет сначала пройти, а потом уже всякие дополнительные миссии. Пожалуйста. О, прикольно. Мороженое. Let's not test the whole insurance will pay for everything idea on the first go round, okay? Мороженое. You're saying what? I'm messy? Wow! Will you look at that? This is my stop. Well, Evelyn did a cost-benefit analysis. Elastigirl's numbers are self-explanatory. So... Ладно, шутки здесь офигенные, мне нравится. What do I say? Мороженое еще взял. Это прикольно, ребята, это прикольно. Серьезно. Вау. Кстати, пишите там в комментариях, что насчет, посмотрели ли вы, пойдете ли вы, понравилось вам или нет. Блин. Пишите в комментариях, можете уже со спойлерами писать, но, ребята, не заглядывайте в комментарии, кто не посмотрел, пожалуйста, потому что там будут спойлеры. Кирпич, филин, фили... это совпадение или как? Фили... Кое-какое. С одним летсплейщиком. Это странно. Не понял. Ладно. Извините, что я говорю, но там все равно на английском, а? Тем более субтитры есть, поэтому можете почитать субтитры. Хотя я могу сам их зачитать. Но я рад сообщить всем вам, что уложились в бюджет, и сегодня откроем новую линию ховер-поезда, и он доставит вас туда, куда вам надо, и притом на потрясающей скорости. Новые возможности ждут вас. В принципе, реально, да. Морковка. Потрясающая скорость, ну, возможно, это я читал уже. Погодите, с поездом что-то не так. Он едет не в ту сторону. Я за ним. Что, может быть, реально озвучивать просто? Эй, я не знаю, как ехать. Как ездить? Я не умею ехать. Блин, там... А что делать? Что я могу делать? Блин, я просто сбиваю машины. Блин. Что не так? Что делать? Что-то неудобно как-то здесь управлять. Либо это я... Опа. Я собрал синюю монетку. Еще синие монетки. А что ты делать? Просто прыгать, что ли? Так. Вау.
здорово. Что я делаю? Я не понимаю просто, что происходит. Ладно, просто тогда попрыгаем. Если так будет угодно. Опа. Целое кольцо. Ну, что-то, да, странненько. Так, ладно. Монетки, монетки. Господи, вот это да. Красиво. Криво, конечно, но красиво. Ну, я имею в виду, я делаю криво. Что-то мы все сбиваем, мне кажется. О, второй мини-набор. Юху, сбиваем все на своем пути. Кстати, у меня сердечки не отнимаются, странно. А я могу атаковать? А, я могу атаковать все-таки. Так, и что у нас тут? Электро. Спасибо. Он похож на громовержца. Либо он похож на... Дэш, сынок, я сейчас не могу говорить, но посмотри под кроватью, ладно? Ну, короче, там кроссовки он не мог свои найти, и папа не хочет, чтобы он искал кроссовки. Ой, позвонил маме, точнее. Ладно, здесь юмор хороший. В лего-играх он иногда детский, но иногда он такой нормальный, короче. Итак, сейчас я вам говорю, отвечаю на вопрос, почему их двое в данный момент. Потому что в любой лего-игре должно быть двое чуваков. Почему? Потому что надо играть вдвоем. Типа, надо переключаться на кого-то. И чтобы люди могли играть вдвоем на любом уровне. Поэтому всегда делаю два человека. Так, подождите, мне интересно. Так, я это я понял. Я, наверное, зря ту штуку не взял. Надо ту штуку было взять. Блин, сейчас я хотел бы вернуться туда-обратно. Но я думаю, это уже не надо. Ну ладно, попробуем. Что тут надо делать? Угу. Так, пороемся внутри поезда. Посмотрим, что тут есть. Монетки пособираем, все дела. Да, они загипнотизированы, поэтому надо... Я понял, надо, короче, электрическим чуваком. Эй, их же бить типа нельзя. Ну? Алло, а почему не мусор, мать экран? Надо их бить? Их, походу, надо бить. Ну ладно. Побью их тогда. О, можем, кстати, за эластику. Потянуть. И взять какой-то вот этот вот наборчик. А, мне это надо было сделать. Ну ладно. Так, а теперь... Вау. Так, и что теперь? Он ускорится. Он соединится. Что он сделал? Он мод сделал? Я не понял, что он сделал. Я не увидел, ладно. Не, ну выглядит он круто. Я не знаю, электризованный или электрический. Короче, чувак, у которого молния, гром, электрика. Что-то связано с этим. Это прикольные чуваки. Мне нравятся такие способности. Я могу кого-то током ударить. Ее, например. Вау! Вот это крутая способность. Вы это видели? То есть я могу вот так вот делать и просто на изи собирать монетки. Просто изи. Не, ну выглядит потрясающе. Визуально
и не визуально, короче, всеми. Во всех смыслах это красиво. Ладно, так, что делать? Так, что это такое? Доступ к технике. Чтобы решить головку, доступно доступа к технике, соедините между собой блоки одного цвета. Подождите, это что? Эти... Эй, это эти же, черепашки-ниндзя, Out of the Shadows, там такая штука была. Это типа во всех играх такая штука есть? Чё, не понял. Ребята, как называется это? Такой тип головоломки, что ли? А то что-то я это вижу уже во второй игре. Это странно. Так, сейчас я, короче, смотри, что делаю. Беру вот так, делаю. И молнией все разграбливаю. Все, я граблю ваш магазин. Ради монет. Опа, а теперь что-то собрать могу. Что это такое? Мистер Поп. Газировка. Мне кажется, это мини-набор, скорее всего. Нет, не хочу, не надо мне это. А, это мы можем, короче, плавать с помощью этого прикола. Да блин! Бумеранг, что ли, типа? Так, удерживаем L, и что же это? А, это надо так? Блин, я думаю, это мини-набор. Это так надо. Ну ладно. Мы ведь это не планировали, да? Верно, но с другой стороны, теперь у нас есть все, что нужно, чтобы остановить поезд. Отвратительный поезд. Так. Типа перепрыгнуть. О! Надо эту штуку сломать. Так, и заходим сюда. Я под поездом, подожди минутку, я кое-что попробую. Что ты делаешь? А, она просто ломает эту штуку. Открыто, пора перебираться. Ого, ладно, надо же, все на самом деле. Спокойно, будь осторожен. Окей. Спокойно. О, такое в ниндзяго тоже было. Эй-эй-эй, фига высоко. А, R надо нажимать, блин. Только сейчас увидел, я смотрел вниз. Эй. Чё? Чё это было? Почему я упал? Так, их надо побить, короче. Но я не думаю, что их надо побить. Я бы выключил эти экраны сначала. А, надо удерживать. Эй, я не успел сделать супер... О, не курить, смотрите, ребята, да, курение убивает. Курение это хрень, поэтому никогда этой дрянью не занимайтесь, пожалуйста. Так. Что теперь делать? Нам туда? Или нам туда? Так, а это что? Открыть дверь, я так понял. А зачем? Этот поезд, интересно, когда-то вообще упадет? А, все, серьезно, я просто дверь открыл. Можем, в принципе, с помощью него... И что мне за это дадут? И что это? И что это значит? Что это такое? Как ты сюда выбралась, мне интересно. А, тут люк есть. Окей, неплохо. Но я хочу вернуться обратно и завершить свою офигительную сложную миссию. В виде освобождения поезда. Так, идем сюда, идем сюда. Что это такое? Что это такое? Мне, короче, нужна способность чинить. Только у меня нет такой способности. Что это за золотые двери? Которая может сломать какой-то шпатель, который используется в строительстве. Что это такое? Так, может быть, сверху что-то надо сделать. Не, ну серьезно, что он означает, этот значок странный? Скорее всего, мне не сюда. О, фиолетовый значок. Так, ребят, вы мне расскажете,
А, блин, точно, или... Вот, типа... А, нет. Не понимаю. Я не знаю, что делать, ребята. В лего-игре я не понимаю, что делать. А, стоп, может быть... Ладно, может быть, что-то вне поезда еще надо сделать. Серьезно, я сейчас максимально не пойму, что надо делать. Почему мне показывает его? Что он делает? А, что я делаю? Что происходит? А, это мост. И зачем? Чё? Серьезно? Так это все-таки по сюжету, блин. Я думаю, это тоже мини-набор. Тогда ладно. Мы, короче, присоединились. Я так понял, да, теперь нам туда надо идти. Все, ребят, я просто думал, то, что мне надо как-то главную дверь открыть. А ну нифига. Так, сейчас мне нужно, пожалуй, вот этих чуваков. А, Зейн, ой, Зейн, кстати. Джей, ребята, это же Джей, точняк. Ага, сюда иди. Камера. Так, Л. Отлично. Так, надеюсь, сейчас я смогу очень быстро. Что надо нажимать? L. Нажимаем тут L. Нажимаем тут L. И все, успешно мы, походу, прошли, что ли, да? Incredible. Что это такое? Невероятно. Эй, не прыгайте никуда, хочу эту штуку. О, да. Кстати говоря, что-то в Лего Star Wars The Complete Saga, например, эти монетки фиолетовые были очень дорогими, и они очень редко были. Это очень странно, что здесь они прям на каждом шагу, эти фиолетовые монеты. Здесь, походу, все дорого просто. Так, что это у нас такое? Щипцы, щупальца. Окей, понял. Оружие. Блин. Ну ладно, здесь прикольно все с юмором. Че он ее обнимает, мне интересно. Курица, серьезно? Добро пожаловать обратно, этот. Как его? И там хакер, короче. Хакермен или как его там зовут? В украинском переводе его звали Хакерман. Что ж, друзья, на этом я заканчиваю свою серию. Опа, настоящий супергерой у нас полный, этот мы собрали. Мини-набор еще собрали, тут машинка должна, наверное. Должны, наверное, нам дать машинку. Что ж, друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и добавлять мне друзья ВКонтакте. Также делайте репосты, чтобы попасть в следующую серию и получить небольшие бонусы, которые были в начале, я все рассказывал. На этом все. Ждите новую серию. Всем удачи. Всем пока-пока.